Полторы недели осталось до окончания срока уплаты налогов на имущество за 2018 год. Уведомления физическим лицам отправляются заранее. Подлежат налогообложению квартиры, дома, дачи, садовые участки, хозяйственные постройки, если их площадь превышает 50 квадратных метров, транспорт. В 2019 году мы направляем налоговые уведомления за период 2018 года, а также туда включаются перерасчеты за период 2016 и 2017 годов. А что касается заказных писем, которые направляют налогоплательщиками, они идут в виде, направляются через филиал ФКУ «Налогсервис», которые расположены в городах Красноярске, Волгограде и Нижнем Новгороде. Поэтому на конверте с налоговым уведомлением указывается именно филиал ФКУ «Налогсервис» вышеперечисленных городов. Но в налоговом уведомлении вы уже видите координаты налоговой инспекции, которая начислила вам данный налог, либо в котором состоит учет, объект на учете налогообложения. С этого года собственники не получат обычных квитанций на уплату налогов. А в самом уведомлении указаны не только расчет налога, но и реквизиты для перечисления денег. Именно по этому документу граждане теперь будут платить налоги. Те налогоплательщики, которые зарегистрировались в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, там увидят налоговое уведомление и информацию об объектах налогообложения, а также оттуда могут заплатить. В случае, если вы не получили налоговое уведомление, вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию, а также разместить свое обращение через личный кабинет налогоплательщика, либо через использование интернет-сервиса ФНС России обратиться также за исполнением для получения налогового уведомления. Не стоит беспокоиться об отсутствии уведомлений льготным категориям граждан, если они полностью освобождены от уплаты налога. Не придет уведомление, если размер налога не превышает 100 рублей. Один из распространенных вопросов у жителей связан с налогом на земельные участки за прошлый год. В ноябре 2018 года была проведена переоценка земельных участков. Так почему же налог рассчитали без ее результатов? Дело в том, что для расчетов используют данные, проведенные ранее, ноября 2018 года. Для целей налогообложения дата начала применения кадастровой стоимости определяется датой вступления в силу данного акта, который утверждает последнюю оценку, но не датой фактического внесения данных изменений в ЕКРН. Актуальные сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также о земельных участках вы можете увидеть на сайте Росреестра. В расчетах налогов за 2019 год будет учтена новая оценка земельных участков. В законодательстве внесены изменения в порядок перерасчетов налога. С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и налога на имущество не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. Если человек просрочил уплату, то помимо налога ему придется платить еще и пеню за каждый день просрочки. Это нужно учесть тем, кто безответственно отнесется к свои обязанности перед государством. После 2 декабря должнику инспекция отправит требования об уплате налога. Если гражданин проигнорирует, то дело направит в суд, и задолженность будут взыскивать судебные приставы. Чтобы избежать неприятных последствий, следует заплатить налог вовремя, в этом году до 2 декабря. Напоминаем, налоговая служба работает в будни с 9 до 18 часов, по вторникам и четвергам до 20 часов. Эта суббота в инспекции рабочая. Налогоплательщиков ждут 23 ноября с 10 до 15 часов. Евгений Светлый, Руслан Полянин, новости из Крывэк.